Антон Павлович Чехов. Злоумышленник. Перед судебным следователем стоит маленький, чрезвычайно тощий мужичонка. Денис! Григорьев! Подойди поближе. Отвечай на мои вопросы. 7 числа всего июля железнодорожный сторож Иван Семенов Акинфов, проходя через линию на 141-й версте, застал тебя за отвинчиванием гайки, кои рельсы прикрепляются к шпалам. Вот она, эта гайка. С каковой гайкой? Он и задержал тебя. Так ли все это было? Чего? Так ли все это было? Как объясняет Акинфов? Знамо было. Хорошо. Ну, а для чего ты отвинчивал гайку? Чего? Ты это свое чего брось! Отвечай на вопрос. Для чего ты отвинчивал гайку? Если б не нужно было, не отвинчивал бы. Для чего ж тебе понадобилась эта гайка? Гайка-то? Мы из Гаи грузила делаем. Кто это мы? Мы? Народ. Климовские мужики, то есть. Послушай, братец. Мне здесь не прикидывайся идиотом. Я о чем мне тут? Про какие-то грузила, да? Говори толком. Отродясь не врал, а тут вру. Да не ж ты, ваше благородие, можно без грузила. Ежели ты живца на крючок сажаешь, то не ж он пойдет ко дну на без грузила. Вру. Черт ли в нем, в живце-то. Ежели поверху плавать будет, окунь, налим. Завсегда на донну идет, а который ежели поверху плавает, так это шилишпер. Схватит поверху и то редко. В нашей реке не живет шелешпер. Эта рыба просторы любит. Чё ты мне про шелешпер это рассказываешь? Чего? Так вы ведь сами спрашиваете. У нас и господа так ловят. Самый последний мальчишка не станет без грузил ловить. Конечно. Кто не понимающий, ну, тот и без грузила пойдет ловить. Дураку закон не пишут. Так ты говоришь, что ты отвинтил эту гайку для того, чтобы сделать из нее грузило? А то что же, не в бабки же играть? Но для грузила ты мог взять свинец, пулю, гвоздик какой-нибудь? Свинец? Свинец на дороге не найдешь, купить надо. А гвоздик не годится. Лучше гайки не найти. И тяжелая, и дыра есть. Дураком каким прикидываешься? Только вчера родился и с неба упал. Разве ты не понимаешь? Глупая голова! К чему могут привести такие отвинчивания? Не догляди, сторож! Так ведь поезд мог сойти с рельсов. Людей бы убило! Ты! Людей бы убил! Избави, Господи, ваше благородие! Зачем убивать? Не, что мы не крещенные или злодеи какие! Слава тебе, Господи! Господин хороший! Век свой прожили! И не токмо что убивать, и в мыслях даже не было. Спаси и помилуй, Царица Небесная, что вы?
А от чего, по-твоему, происходит крушение поездов? Отвинти! Две-три гайки. Вот тебе и крушение. Ну уж сколько лет всей деревне гайки отвинчивали и хранил Господь. А тут крушение. Людей убил. Ежели б я рельсу украл или положил бревно на рельсы, вот тут бы своротило поезд. А тут, фу, гайка. Но пойми же, что гайками прикрепляются рельсы к шпалам. Это мы понимаем. Мы ведь не все отворачивали. Не без ума делаем. Понимаем. В прошлом году здесь сошел поезд с рельсов. Теперь я понимаю, почему. Чего изволите? Теперь говорю, понимаю, почему сошел поезд с рельсов. Я понимаю. На то вы образованные, чтоб понимать. Милостивцы наши, Господь знал, кому понятие давал. Вот вы и рассудили, как и что. А сторож тот же, мужик, без всякого понятия, хватает за шиворот и тащит. Ты рассуди, а потом и тащи, сказано мужик, мужицкий ум. Запишите также, что он меня два раза по зубам ударил и в груди. Когда у тебя делали обыск, то нашли еще одну гайку. Эту, когда и где ты отвинтил? Это вы про ту гайку, которая под красным сундуком лежит? Откуда мне знать, где она у тебя там лежала? Мы только нашли ее. Когда ты ее отвинтил? Я? Я ее не отвинчивал. Мне ее Игнашка, сын Семена Кривого, дал. Это я про ту, что под сундуком, а то, что на дворе синях, мы вместе с Митрофаном вывернули. С каким Митрофаном? Митрофановым? Митрофаном? Петровым. Нечто не слыхали. Неводы у нас делает, господам продает. А на каждый невод требуется штук 10 гаек. Послушай. 1081 статья. Уложение о наказаниях. Говорит, что всякое с умыслом учиненное повреждение железной дороги, когда оно может подвергнуть опасности следующий по ней транспорт, и виновный знал, что последствием всего должно быть несчастье. Понимаешь? Знал. А ты не мог не знать, к чему ведет это отвинчивание. Он приговаривается к ссылке на каторжные работы. Конечно. Вы лучше знаете. Мы люди темные. Нечто мы понимаем. Все ты. Это ты врешь. Прикидываешься. Зачем врать? Спросите на деревне. Каждый скажет. Без грузила только уклейка идет. А вы ж... Так без грузила только уклейку ловят. А то, что хуже пескаря, да и тот не пойдет без грузила. Ты еще мне про шелешпер расскажи. Шелешпер? Шелешпер у нас не водится.
Спущаем леску без грузила. Поверх воды на бабочку. Идет голавль. И то редко. Ну молчи. Мне идти? Нет! Я должен взять тебя под стражу! И отослать в тюрьму! То есть как же в тюрьму, ваше благородие? Мне некогда! Мне надо идти на ярмарку! С Егора 3 рубля! Молчи, не мешай! Молчи, не мешай! В тюрьму было бы за что! Пошел! Здорово живете! И не крал, кажись, и не дрался. А ежели бы насчет недоимки сомневаетесь, ваше благородие, то не верьте старости. Вы господина непременного члена спросите, а староста креста на нем нет, на старости-то вашем. Молчи! Я так и молчу. А что староста набрехал в учете? Что я хоть под присягой? Нас 3 брата. Кузьма Григорьев, Егор Григорьев и я, Денис Григорьев. Ты мне мешаешь. Нас 3 брата. Эй, брат Семен! Нас 3 брата. Семен! Брат за брата не отвечи, Кузьма не платит. Унести я его. Плачу. Я плачу. Денис! Судьи! Помер покойник барин, генерал! Царство ему небесное! А то показал бы вам, судьям, надо судить умеючи! Хоть и высеки, но чтоб за дело, по совести! Thank you.